Здравствуйте, позвольте представить вам нашу новую разработчику, видеофильм, видеокурс «Быстрый вход в английский язык». Сразу хочу сказать, что таких видеокурсов появится очень несколько, на все ведущие, как говорится, европейские языки. В первую очередь, конечно, этот видеоанонс, вот этот видеокурс, вернее, идет как приложение вот к этому. Видеокурс английский, немецкий, другие языки по системе «Форсаж». Ну, он также может быть и приложением к нашим курсам, который называется «Форсированное овладение иностранными языками». И основная задача этого курса – это дать вам практический инструмент, какие-то практические уже навыки, очень практичные, дать вам такой толчок первоначальный, в результате которого вы начнете постижение иностранного языка. Там, в этом вот, в нашем этом видеокурсе сосредоточено необходимое, минимальное, но достаточное количество материала для того, чтобы вы почувствовали первый результат, первый толчок, первые успехи. И пройдя вот этот видеокурс, дальше уже вас, как говорится, чтобы не остановить по дороге овладения иностранным языком. Ну, есть еще один такой маленький момент. Этот видеокурс я снимаю не один, я делал не один. Я делал ее с преподавателем Иньяза. Алла Викторовна Гришкевич. Здравствуйте. Замечательный преподаватель, очень красивая женщина. Студенты ее очень любят. Это не красное словцо. Это я знаю из того, что студенты о ней говорят. Они очень жалеют, когда заканчивают обучение у Аллы Викторовны. И которая, в общем-то, что еще такая мне приятная деталь, проходила обучение на моих курсах. Пару слов сейчас вам скажет Алла Викторовна. Могу вам сказать, что вы можете похвалить себя уже за то, что вы решили изучать английский язык. Это большой первый шаг вперед. Возможно, вы слышали, что английский язык сложный от соседей, друзей, родственников, неважно от кого. Возможно, они правы, но, как сказал философ, каждая сложная субстанция состоит из простых субстанций. Соответственно, мы и попробуем разложить сложную субстанцию английский язык на мелкие субстанции и простые. И попробуем это все очень просто донести вам. Без большого количества исключений, большого количества правил, но в то же время с достаточным количеством исключений и достаточным количеством правил. А также мы все это сделаем очень живо и интересно. Я думаю, вам понравится. Удачи вам! Еще раз скажу, вы получите необходимый, минимальный, но вполне достаточный, комфортный набор для того, чтобы овладевать языком. И получите те приемы, вы просто-напросто почувствуете стиль овладения, почувствуете вкус к овладению языком. И мы желаем вам успехов. Ну что, вот вперед заниматься.